Здравствуйте! Этой передачей мы начинаем цикл программ, посвященных Антону Павловичу Чехову в рамках нового проекта телекомпании «Университет. Наблюдатель». Выбор темы не случайен. Чехов родился в Таганроге, жил здесь, окончил гимназию, делал первые шаги в литературе, и поэтому годы, проведенные в Таганроге, 19 первых лет его жизни, оказали несомненное влияние на всю его дальнейшую судьбу, на его творчество, темы и сюжеты. Чтобы понять и переосмыслить феномен Чехова, мы решили взять за точку отсчета здания и достопримечательности Таганрога, так или иначе связанные с именем великого писателя. Рассказывая о них, мы попробуем приоткрыть новые страницы биографии Антона Павловича и, возможно, приблизимся к пониманию истоков его гениальной прозы. В середине 19 века Таганрог – оживленный торговый порт, в гавани которого теснятся русские и иностранные суда. До 40% товаров, прибывающих в южные порты страны, поступает именно через Таганрог. Дешевизна рабочей силы дает колоссальные прибыли, которые и не снились купцам средней полосы России. Поэтому неудивительно, что именно сюда, в поисках лучшей доли, в 1844 году из глухой Воронежской деревни прибыл дед писателя Егор Михайлович Чехов со своей семьей. Выкупившись на волю, задолго до отмены крепостного права, этот предприимчивый и целеустремленный человек сделал все для того, чтобы вывести в люди своих детей. Свыше 10 лет прослужил отец писателя Павел Егорович в колониальном магазине богатого купца. Вчерашний крепостной, затем приказчик, он прошел суровую школу унижений, побоев, угодничества и обид, прежде чем решился начать самостоятельную торговлю. В 1857 году Павел Чехов открыл собственную лавку. Незадолго до начала купеческой деятельности он женился на 18-летней девушке Евгении Яковлевне Морозовой, положив начало многочисленной талантливой семьи. В семье Чеховых было шестеро детей, третий сын Антон родился 29 января 1860 года. Много позже, в 1902 году, в письме на родину Антон Павлович напишет такие строки. «Родился я в доме Болотова, так говорит моя мать, или Гнутова, на полицейской улице, в маленьком флигеле во дворе». Это, пожалуй, единственное его упоминание о месте своего рождения. Флигель, арендованный Павлом Егоровичем, стоял на одной из оживленных улиц, связывающих город и гавань. По улице Полицейской тянулась в порт живая цепочка вазов, и неумолчный, убаюкивающий скрип колес, гудки паровозов были первыми детскими ощущениями и впечатлениями Антоши Чехова. Маленький домик в глубине двора почти на полтора года стал пристанищем для семьи начинающего коммерсанта Павла Чехова. В многочисленные окна домика почти целый день заглядывало ласковое южное солнце, а с гавани доносились протяжные гудки пароходов и шум экипажей, проезжающих достаточно редко по этой улице. Кому-то этот уголок казался сонным царством, где время остановилось навсегда. Но, как известно, именно тишина и покой являются необходимым условием для роста, развития и формирования маленького человечка. И, на мой взгляд, маленький домик во дворе в этом плане оказался просто идеальным местом. Флигель в глубине двора по улице Чехова, бывшей Купеческой, затем Полицейской, а позднее Александровской, построен в середине 19 века. Площадь дома 30,5 квадратных метров. Домовладение принадлежало в 1860 году купцу Гнутову. Павел Егорович Чехов вместе с женой Евгенией Яковлевной и двумя сыновьями, 4-летним Александром и 2-летним Николаем, в декабре 1859 года снял флигель, где и родился Антон Чехов. Много позже, в 1916 году, городское управо приобрело в собственность от госпожи Коваленковой, принадлежавшее ей дворовое место по улице Чехова 69, с постройками во дворе и по улице, имея в виду сохранение в неприкосновенности домика, в котором родился Антон Павлович Чехов. В декабре 1920 года домик был освобожден от квартирантов, в 21 году его отремонтировали, а в 24-м в нем открылась первая экспозиция, рассказывающая о жизни Антона Павловича Чехова, о его приездах в родной город. С тех пор домик Чехова стал всемирно известным памятником отечественной культуры. В 1933 году во флигеле, в котором родился будущий писатель, был создан музей, который таганрожцы любовно называют «Домик Чехова». Благодарные таганрожцы именно этот дом, где писатель родился, решили сделать мемориальным музеем. Но к 1914 году, десятилетию со дня смерти Чехова, денег на выкуп домика не нашлось, и тогда, в январе, здесь появилась мемориальная доска.
А музей все-таки открыли. После того, как страна пережила многочисленные бурные политические события, наш маленький музей на сегодняшний день старейший чеховский музей в России. Старше нашего музея только Ялтинский, но на сегодняшний день он находится уже на территории другого государства. И я хочу, пользуясь случаем, пригласить всех таганрожцев, именно таганрожцев, хотя бы в этот столетний год со дня смерти Чехов посетить наш музей. Потому что довольно неловко становится перед гостями города, многочисленными гостями, которые недоумевают у нас, как же так таганрожцы не могут указать местонахождение и адрес всемирно известного Чеховского музея. В марте 1861 года Павел Егорович с женой и тремя сыновьями переехал на другую квартиру. И можно было бы сказать, что домик этот не сыграл сколь-нибудь важной роли в жизни Антона Чехова, ведь он жил здесь в младенческом возрасте и в течение совсем краткого времени. Но все же, как нам кажется, место рождения многое определяет в судьбе человека, да и атмосфера первых дней и месяцев жизни каждого из нас оказывает немалое влияние на все, что происходит потом. Очень маленький, по современным меркам крошечный домик, с низкими потолками, небогатой обстановкой, тем не менее, наполнен даже и до сих пор какой-то невыразимой душевной энергией, любовью и миром. Здесь матушка Евгения Яковлевна пела Антоше колыбельные. Здесь за круглым столом собиралась семья Чеховых за вечерним чаем. Здесь отец семейства, Павел Егорович, строил планы организации собственной торговли и коммерции. Нелегко было с тремя маленькими детьми, знакома Чеховым была нужда и безденежье, но терпение, любовь и трудолюбие преодолевали все. Именно это, наверное, стало основой формирования личности Антона и его старших братьев Александра, ставшего впоследствии журналистом и литератором, и Николая, в будущем известного художника, иллюстрировавшего в том числе и произведения Антона Павловича. Но все это потом, а пока семья живет здесь, в этом маленьком домике. Евгения Яковлевна проводит дни в хлопотах по хозяйству, Павел Егорович худо-бедно продает бакалейные и колониальные товары, а дети растут, и никто пока не догадывается, какая ждет их судьба, какая роль уготована им в русской истории, какие подчас трагические события предстоит им пережить. Все это в будущем. Смотрите в следующем выпуске программы «Наблюдатель». Остатки сарматского камня и ошибка строителей. Чай, сахар, кофе, распивочно и на вынос. Сверим часы. Программа «Наблюдатель. История Таганрога в лицах, событиях, датах» на 26-м канале. Спонсор программы – фирма «Сидол». Здравствуйте! В цикле программ «Наблюдатель» мы продолжаем рассказ о достопримечательностях, зданиях и памятных местах Таганрога, связанных с именем Антона Павловича Чехова. В старой части нашего города таковых великое множество. На улице Греческой вы отыщете греческую школу, в которой начинались ученические годы Чехова, где он вместе с детьми приказчиков, ремесленников, шкиперов осваивал азы наук. А спустившись по старой каменной лестнице, построенной еще в 1823 году, вы окажетесь на набережной, где долгими часами Антон просиживал с удочкой. В одном из номеров журнала «Отечественные записки» от 1825 года можно найти статью «Таганрог», где автор в частности пишет: «Лестница идет прямо в Греческую улицу, и наверху ее сделана площадка вроде открытой террасы с лавками. Невольным образом отдыхаешь здесь лишние полчаса, ибо вид на рейде, особливо к вечеру, когда возвращаются лодки и замелькают огоньки в каютах, ни с чем не сравним». Каменная лестница и по сей день – одно из самых замечательных мест города. Она была построена на средства богатого купца, грека Депальда. Ступени лестницы, выполненные из сарматского камня, разделялись 13 площадками, для которых послужил тот же материал. Общая длина составила 113 метров.
Сейчас ширина каждой ступени, как в верхней, так и в нижней части спуска, примерно 5 метров, то есть верхние и нижние ступени имеют один и тот же размер, что неправильно. Дело в том, что при реконструкции лестницы в советское время строители, не ознакомившись с первоначальным проектом, нарушили принцип соблюдения пространственной перспективы, когда при значительной разности размеров верхних и нижних ступеней лестница по всей длине, если смотреть сверху, должна казаться одинаковой. Как ни удивительно, но вот по этим самым ступеням бежал юный Антоша Чехов с удочкой, чтобы присоединиться к мальчишкам-рыболовам, которые во множестве сидели на протяжении всей набережной. Ну а наверху лестницы, через 10 лет после ее создания, была построена восьмигранная каменная тумба с солнечными часами. Это еще одна уникальная историческая достопримечательность Таганрога. Построены часы во времена правления 6-го по счету градоначальника барона Отто Романовича Франка, верно служившего Таганрогу с 1832 по 1844 год. Кстати, на этом посту он прослужил дольше всех 17 таганрогских градоначальников. Циферблат часов выполнен в виде мраморной плиты с высеченными на ней делениями. Стрелкой служит тень солнца, отбрасываемая от треугольного металлического указателя, установленного на циферблате. При определении времени необходимо пользоваться поправками, помещенными тут же. Причем надо иметь в виду, что указывается истинное местное время, а не декретное, которое принято сейчас на всей территории России. Красивейшие приморские пейзажи, великолепные восходы и закаты солнца оставили большой след в творчестве многих известных таганрогцев, в том числе и Антона Павловича Чехова. «Всегда город Таганрог, Азовское море согревают и поддерживают меня», – писал он в одном из писем на родину. Картины родного города вдохновляют. До сих пор на набережной, носящей сейчас имя Пушкина, сохранилась часть булыжной мостовой. И просто отрабь берет, когда думает, что вот по этим камням, туча каблуками, раскланиваясь со встречными и прячась под зонтиками от солнца, гуляли таганрожцы 100, а то и 150 лет тому назад. Был среди них и мальчик Антон, внешне ничем не выделявшийся из сотен своих сверстников. Но именно ему было суждено на рубеже 19 и 20 веков сказать новое слово в русской литературе, став одним из величайших писателей мира. С 1869 по 1874 годы Чеховы жили в доме, первый этаж которого служил лавкой. Переезд на новое место был связан с торговыми интересами Павла Егоровича, отца Чехова. В связи с постройкой вокзала и железной дороги городская торговля перешла с Петровской площади на Ярмарочную, где образовался большой базар и ежегодно проходили Никольская и Успенская ярмарки. В то время, вспоминал младший брат писателя Михаил Павлович, мы жили в доме Моисеева на углу улицы Монастырской и Ярмарочного переулка. Почти на самом краю города мы занимали большой двухэтажный дом с двором и постройками. Внизу помещался магазин нашего отца, кухня, столовая и еще две комнаты. А наверху обитало все наше семейство. Над входом в лавку висела вывеска «Чай, сахар, кофе и другие колониальные товары». Немного ниже надпись «Распивочно и на вынос». Она означала, что при лавке есть погребок с винами и водкой. Вывеска, конечно, в несколько измененном виде, сохранилась и в наши дни. Более того, и сегодня здесь идет торговля колониальными товарами. Хотя окраиной города это место, конечно, не назовешь. Скорее, это теперь центр. Годы же, проведенные Антоном Чеховым в этом доме, были очень нелегкими. Здесь, в этом доме, он встретился не только с очаровательными мгновениями, да, своего детства, своего отрочества, но и с первыми разочарованиями, с укриками отца, с подзатыльниками тяжелыми, которые отец давал Антону Павловичу за неумение им взять ту или иную ноту. Братья Чеховы вынуждены были быть активными участниками самодеятельного церковного хора, которым руководил Павел Егорович. И Александр Чехов вспоминает о том, что не всегда удавалось взять нужную ноту. Антон каждый раз переступал через себя, когда этот самодеятельный хор пел в церкви. Павел Егорович старался выдвинуть своих детей поближе к публике, а дети, не обладая, может быть, по их мнению, природным голосом и слухом, каждый раз преодолевая себя, пели эти церковные арии. Павел Егорович требовал от детей постоянного участия в ночных спевках, проводившихся в доме, заставлял детей днями сидеть в лавке, наблюдать за торговлей, отвешивать товар. Впечатления от жизни в доме Моисеева нашли отражение во многих рассказах Чехова. Причем впечатления эти были не только грустные или тяжелые, но и комические. Описывается, например, такой случай. Инспектор, обходя с проверкой торговые и питейные заведения, обнаружил, что в лавке Чеховых одним и тем же ножом режут мыло и хлеб.
Сделав замечание, он услышал от Павла Егоровича такой ответ: «А что такого, ведь от этого холеры не будет». Инспектор не нашелся, что возразить. Вообще же, дела у Павла Егоровича в торговле шли неважно. Семья жила скромно, а то и вовсе перебиваясь с хлеба на воду. Но дети росли, становились самостоятельными, уезжали из отчего дома. Также в 1879 году поступил Антон, отправившись в Москву, чтобы учиться в медицинском институте. А в этом доме в 1977 году был открыт мемориальный музей «Лавка Чеховых». Дом выделяется не только с точки зрения своей архитектуры. Он выделяется еще и какой-то необычностью духовной. То есть, попадая в этот дом, люди невольно переносятся в атмосферу второй половины XIX века. И то, о чем рассказывает экскурсовод во время экскурсии, то, что, может быть, накладывается на уже имеющиеся знания и впечатления, оживает в душе человека и преображается невероятно. Выходя отсюда, люди говорят: ну вот как будто побывал в том далеком времени. Несмотря на почти полуторавековую дистанцию, отделяющую нас от того времени, когда здесь жили Чеховы, очень легко представить себе их быт, семейные застолья, вечерний чай, домашние концерты и чтения. К этому периоду жизни в этом доме относятся первые литературные опыты Антона Чехова. Стены гостиной дома Моисеева помнят первые спектакли. Мальчики увлекались театром и каждый раз, придя из театра, пытались разыгрывать только что увиденные ими сценки. Антоша был, как вспоминает Мария Павловна Чехова, главным заводилой, режиссером, исполнителем главных ролей. Мария Павловна красочно описывает, как дети разыгрывали ревизора. Сцены из ревизора удавались, видимо, им особенно. Антоша исполнял роль городничего. Он переодевался, гримировался, для солидности надевал парадный гимназический мундирчик, наклеивал бороду, усы, раздувал щеки, менял голос, когда изображал сквозник Мухановского. При этом хохотали зрители, актеры. У Антона уже тогда был особый театральный талант. Один из родственников, дальних родственников Чеховых, Иван Иванович Лобода, во время таких спектаклей увидел, как Антоша разрывает без сожаления только что написанную и разыгранную детьми сценку. И в шутку, наверное, в шутку говорит родителям: может быть, нужно хранить каждую строчку, написанную Антоном, вдруг в будущем станет известным писателем. Пошутил Иван Иванович, но это шутка, которая суждена была стать пророческой. Вот в тот период, когда Чеховы жили в этом доме, три брата, Николай, Иван и Антон, посещали ремесленные классы. Так вот, Антоша даже сам шил себе брюки, пиджак, жилет, брюки брату Николаю. Вот эта знаменитая история о том, известная история о том, что когда Антоша кроил брюки Николаю, ту пору по той моде очень узкие брюки вышли. И Николаша стоял, видно, приговаривал: «Антоша, поуже, поуже». Брюки вышли такими узкими, что Николая после дразнили. Сапоги корабли, а штаны макароны. Антон был усидчивее, Антон был усерднее. А Николая выгнали из ремесленных классов с резолюцией за тихие успехи и громкое поведение. Все это было в то время обычным для средней мещанской семьи. Такой была и семья Чеховых. Почему именно ее представители вскоре стали ярчайшими действующими лицами русской культуры? Ответить на этот вопрос мы попытаемся в следующих программах нашего цикла. Смотрите в следующем выпуске: «Аптечный сад и таганрогский карантин. Нелегкая жизнь гимназистов. Первая драма Антоши Чеханте». Программа «Наблюдатель. История Таганрога в лицах, событиях, датах» на 26-м канале. Спонсор программы – фирма «Сидол».
здравствуйте! Сегодня мы снова встречаемся в цикле программ «Наблюдатель», посвященных Антону Павловичу Чехову. Места, здания, люди, так или иначе связанные с жизнью нашего великого земляка – это тема нашего цикла. И сегодня мы начинаем нашу программу в городском парке. Это место хорошо известно каждому жителю Таганрога. Парк был любимым местом отдыха для писателя, как и для многих поколений таганрожцев. И в годы юности, и в зрелом возрасте, приезжая в родной город, Чехов шел в тенистые аллеи. Здесь постоянно по вечерам гремел оркестр, а зимой работал каток. Впечатлениями от парка, первыми увлечениями юности, навеяны строки раннего чеховского рассказа «И то, и сё». Воздух полон запахов, располагающих к неге. Пахнет сиренью, розой, поет соловей, солнце светит и так далее. В городском саду на скамеечке под широкой акацией сидит гимназист 8 класса в новеньком мундирчике, в пенсне на носу и с усиками. Возле него хорошенькая гимназисточка. История же этого парка началась почти 200 лет тому назад. 2 апреля 1806 года по ходатайству таганрогского градоначальника барона Кампенгаузена было получено разрешение на устройство в городе аптечного сада. Это было вызвано большой потребностью в лекарственных растениях. Приходившие в Таганрогский порт иностранные суда неоднократно завозили в город заразные заболевания. В специально отведенном месте находился карантин для кораблей, где имелись небольшие аптечные плантации. Однако они уже не удовлетворяли растущей потребности в лечении заболевших людей. Антон Павлович в повести «Огни» писал: «В один из вечеров поехал я в так называемый карантин. Это небольшая плешивая рощица, в которой когда-то в забытое чумное время действительно был карантин. Теперь же живут дачники. Едешь и видишь, налево голубое море, направо бесконечную хмурую степь. Дышится легко и глазам не тесно. Сама рощица расположена на берегу моря. Отпустив своего извозчика, я вошел в знакомые ворота и первым делом направился по аллее к небольшой каменной беседке, которую любил в детстве». В 1825 году рядом с карантином был развит парк по желанию императора Александра I, находившегося в Таганроге, для императрицы Елизаветы Алексеевны. Парк получил название Елизаветинского. Здесь на площадке была устроена деревянная беседка с каменными колоннами. Соседство Елизаветинского парка и карантина и слияние их посадок привело к тому, что жители города название карантина перенесли и на парк. Позже решено было на окраине города по продолжении главной улицы устроить большой сад, где часть участка отвести под лекарственные растения, а остальную предоставить для гуляния и отдыха жителей. Было вырыто несколько колодцев для полива, высажены фруктовые деревья, в основном яблони и груши, декоративные деревья и кустарники, рябина, черемуха, виноград, шелковица. Из лекарственных растений посадили мяту, цикорий, бузину, щавель, чебрец, ромашку. Климат и земля оказались столь благодатными, что сад быстро разросся и давал хороший урожай. Он стал лучшим городским садом Новороссийского края. В 1827 году были устроены беседки, кирпичная галерея, установлены садовые скамьи. Затем в конце главной аллеи построили красивую белокаменную ротонду, открытую площадку с колоннами под круглой крышей. Ее назвали «Павильон-клуб». Там была эстрада для оркестра, летом ротонду арендовали под ресторан или кафе. Старая ротонда просуществовала до 1930-х годов. Сейчас на ее месте вечный огонь в память о погибших в Великой Отечественной войне. С целью расширения территории сада было приобретено несколько соседних дачных участков, выписан квалифицированный садовник, а также получена ежегодная субсидия из казны на содержание сада. После чего бывшее название «Аптечный» сменилось на «Казенный сад». После открытия нового городского театра в 1866 году сад был передан в его ведение с правом давать в нем публичные представления. Отсюда и третье название – «Публичный сад». Летом на эстраде старой ротонды начал выступать симфонический оркестр под руководством дирижера итальянской оперы. Центральная часть участка была отгорожена, образовав так называемый круг. Вход сюда стал платным. Чехов, который еще будучи гимназистом очень любил гулять в саду, приехав на родину в 1887 году, писал сестре: «Был в саду, играла музыка, сад великолепный, круг битком набит». Уже после смерти Чехова в 1909 году у главного входа в сад были выстроены павильон скейтинг-ринга для катания на роликовых коньках и новая ротонда с концертным залом на 200 мест, в которой в 1913 году был открыт кинотеатр «Аполло». В 30-е годы 20 века сад стал называться парком, и ему было присвоено имя Максима Горького. Годы детства, отрочество и юности Чехова непосредственно связаны с еще одним зданием в городе. Это мужская классическая гимназия, куда он поступил в 8 лет после 2 лет учебы в греческой школе. Гимназия, несомненно, оказывала значительное влияние на культурное развитие города. При ней имелась библиотека, книжный магазин, историко-географический музей, метеорологическая станция, обширный ботанический сад.
Чем значимы годы в гимназии? Ну, во-первых, целая сеть, группа преподавателей, которых я не могу не назвать. Это преподаватели, имена которых потом встречаются в переписке Антона Павловича. Я уже не говорю о творческой лаборатории. Например, помощник классного наставника Павел Иванович Вуков. Нужно сказать, что это был человек, тоже службист, который исполнял все циркуляры. И когда Александр что-то хотел сказать старший брат младшему Антону в назидание, в письмах звучали такие фразы: «Я пожалуюсь Вукову». То есть уже проходило много лет, и они все это вспоминали. Мужская классическая гимназия была старейшим учебным заведением на юге России и давала солидное по тем временам образование и воспитание. Окончившие 8 классов гимназии молодые люди могли без экзаменов поступить в любой российский университет или поехать учиться за границу. Но именно здесь у юного Антона Чехова сформировалось отвращение ко всякому лицемерию и фальши, коих тут было в избытке. Если, так сказать, о Чехове гимназисты, преподаватели говорили, что он ничем не выделяется, а действительно, ведь он даже оставался два раза на второй год, в третьем и в пятом классе гимназии. Сверстники тоже ничем его каким-то образом не выделяли. Вот. И фактически это была как бы внешняя канва учебы его в гимназии, а подспудно шла вот такая большая работа. Вот. И Чехов был от природы человеком, который с детства, он не любил вот раскрывать свою душу. Ну а кроме этого, были и нелегкие, но в общем обычные для того времени гимназические будни. Вот за этой партой год за годом юный Антон Чехов постигал премудрости латыни и древнегреческого, арифметики и словесности, закона Божьего, но кроме книжных премудростей уже в это время постигал он и человеческие характеры. Здесь же он получил свой первый литературный псевдоним Антоша Чеханте, которым его наградил учитель закона Божьего Покровский. Здесь начинались его первые литературные и сценические опыты. Покровский – это была неординарная личность, очень красивый мужчина, импозантный, готовил когда-то себя для карьеры певца, но вот он был законоучителем. И тоже нужно сделать вот такой небольшой акцент. Вот биографы говорили, что много в литературе есть, что на уроках он вместо закона Божьего он читал, и они говорили о Шекспире, Гёте, Пушкине и так далее. Но здесь момент был вот такой. Покровский, когда преподавал свой предмет и трактовал о добре и зле, в отличие от других проповедников, прибегал к образам русской классической литературы. Это, конечно, было необыкновенно. Чехов-гимназист издавал юмористические журналы, придумывал подписи к рисункам, писал юмористические рассказы и сценки. Первая драма «Безотцовщина» также была написана 18-летним Чеховым в гимназии. Вот характерный пример чеховского юмора того времени. Музыкально-вокально-литературно-танцевальный вечер в пользу пострадавших от Везувия жителей Геркуланума и Помпеи в Славянском базаре. Программа. «Холодно, странички, холодно!» – проплачет господин Иванов-Козельский. «Где же у нас таланты, черт возьми!» – пронегодует господин Аверкиев. «Голова голове головою голову пробил!» – прошипит редактор Ланин. «Виновата ли я?» – споет мадам Бренко. «Нужда скачет, нужда пляшет!» – цыганский танец исполнят артисты Пушкинского театра. А вот Николай покойник, да я, увертюра, исполнит господин Шестаковский. Не всяк тот нищий, кто наг, пропоет танцуя госпожа Нана Сухаровская. Для чего скромничать, Пушкин первый, Лермонтов второй, а я Величков третий. За неумеющего читать господин Величкова прочтут его друзья. На случай обмороков от духоты имеется врач и даровой нашатырный спирт. Безусловно, гимназические годы дали Чехову огромный материал для писательской работы. Самые типичные и колоритные фигуры появятся позже на страницах его произведений. Синтезом показа человека, который преподавал в гимназии, вот, соблюдающий все циркуляры, все то, что следуя всем распоряжениям начальства, это все-таки рассказ «Человек в футляре». И начиная с момента выхода, многие таганрожцы узнали в главном герое Александра Федоровича Дьяконова. Хотя нужно сказать, что не только. Мы можем назвать много людей, которые вот как раз сконцентрировали, помогли создать этот образ. Это и писатель Меньшиков, и даже брат Антона Павловича Никал Иван Павлович Чехов. То есть это собирательный образ, но мы ничего не можем сказать. И это действительно правильно, когда при создании образа как подспудно у писателя возникают моменты, связанные с воспоминаниями о детских годах, о пребывании, допустим, в гимназии.
Уже на первом курсе медицинского факультета Московского университета, куда Чехов поступил после окончания Таганрогской гимназии, он опубликовал около 200 рассказов. В основу многих легли таганрогские мотивы. Вот в этом доме, на улице, носящей сейчас имя Чехова, жил прототип главного героя рассказа «Человек в футляре» учителя греческого языка Беликова. А буквально в 100 метрах отсюда дом, в котором родился Антон Павлович. Таганрог – город маленький, здесь все рядом. А вот как Чехов описывает в своем рассказе «Человека в футляре». Он был замечателен тем, что всегда, даже в очень хорошую погоду, выходил в калошах и с зонтиком, и непременно в теплом пальто на вате. И зонтик у него был в чехле, и часы в чехле, и когда вынимал перочинный нож, то и нож был в чехольчике. И лицо, казалось, тоже было в чехле, так как он все время прятал его в поднятый воротник. Он носил темные очки, фуфайку, уши закладывал ватой, а когда садился на извозчика, то приказывал поднимать вверх. А когда в городе разрешали драматический кружок, или читальню, или чайную, он покачивал головой и говорил тихо: «Оно, конечно, так-то так, все это прекрасно, да как бы чего не вышло». Так что в Москву Чехов приехал уже с огромным запасом жизненных наблюдений и образов, собранных им в юности. На период учебы Чехова в гимназию выпали три самых тяжелых года в юности Чехова. Это с 16 до 19 лет, когда отец Чехова, семья разорилась, Чехов остался в Таганроге один. Это для биографии Чехова самые темные годы. Чехов не раз приезжал в родные края, останавливался в Таганроге и однажды написал: «Куда бы я ни поехал, за границу ли, в Крым или на Кавказ, Таганрога я не миную». Смотрите в следующей программе. Что построено на месте кафе «Тратория»? Бездомная труппа в пшеничном амбаре. «Ла Скала» в миниатюре. Программа «Наблюдатель». История Таганрога в лицах, событиях, датах на 26-м канале. Спонсор программы – фирма «Сидол». Здравствуйте! Мы снова встречаемся в цикле программ «Наблюдатель», посвященных жизни и творчеству Антона Павловича Чехова. В этом цикле мы рассказываем о зданиях и достопримечательностях, связанных с именем этого великого писателя. Одна из таких достопримечательностей – Таганрогский театр, основанный в 1827 году. Впервые Антон побывал здесь в 13 лет, посмотрел оперету Офенбаха «Прекрасная Елена» и вскоре стал страстным поклонником театра. Основу же постоянному театру в Таганроге положила труппа русских драматических артистов. Они гастролировали в Ростове, Новочеркасске, Бахмуте. Год писалось около десятка декораций, покупалось от 40 до 60 костюмов. Репертуар театра состоял главным образом из драм, мелодрам и водевилей. При театре имелась библиотека, которая к 1860 году насчитывала 2000 томов. Но долгие годы коллектив театра не имел своего помещения. Вообще это... Ведь и города всегда отличаются тем, есть в городе театр или нет. Это подчеркивает его, так сказать, статус. Если в городе нет театра, ну, это значит такое городишко, понимаете? А иметь в городе такой уникальный театр, не только, так сказать, по своей истории, потому что здесь начиналось и с оперы, и оперета была, и затем стал драматический театр. Но дело в том, что, во-первых, и само, так сказать, цель его зарождения, его строительства, это желание купцов построить, иметь в городе театр для развлечений, для, как они писали, для отдохновения отдел своих. Конечно, можно пойти в ресторан, можно пойти на дискотеку, но вот почему-то купцы решили построить все-таки театр. И построили они его именно в тот период, когда особенно бурно стала развиваться торговля в городе, когда он имел большое значение как торговый порт и так далее. И вот
Вот понимаете, сама жизнь, хотя тогда это было не такое уж большое количество населения, порядка там 40-50 тысяч населения, но ведь потребность такая возникла построить театр. Построили за свои деньги, собрали, построили. Это очень имеет огромное значение. В 1862 году Нестор Кукольник в одном из своих азовских писем писал о Таганроге. «Театр комедию ломает у нас в пшеничном амбаре, городского театра у нас нет». Но уже в 1868 году тот же Кукольник в одном из писем другу пишет: «Театр отлично вышел, хорош, итальянская опера до такой степени хороша, что я посещаю ее с удовольствием». Здание оперного театра, о котором пишет Нестор Кукольник, таганрожцы построили за один год и окончили строительство в 1866 году. Для этого годом ранее было создано акционерное общество со складочным капиталом 45 тысяч рублей. Стоимость пая была 100 рублей. По 50 акций взяли богатые таганрожцы Алфераки, Фурсов, Скараманга и Варвацы. Среди других акционеров встречаются такие известные в Таганроге фамилии, как Пирушкин, Реми, Джурич, Кудрин, Серебряков и другие. Здание строилось по итальянскому проекту и было отлично спланировано. Строительство обошлось в 55 тысяч рублей. Здание было построено в стиле неоклассицизма архитектором, приглашенным из Одессы. Небольшой, но вместительный зал театра отличался великолепной акустикой. Изящная роспись, тонкая лепка и огромная бронзовая люстра создавали впечатление изысканности и роскоши. Вероятнее всего, что и Чехов, видя, вот что в городе есть и театр, и другие, так сказать, значимые, то та же гимназия, потому что не все города и гимназии-то ведь имели. Конечно, он, так сказать, его окружение, конечно, способствовало его формированию, и как личности, и формированию, и как автора его рассказа. Ведь в основе все рассказы и многие, так сказать, сюжеты, ведь они все-таки из родного города. И все мы знаем прекрасно пример, когда была поставлена свадьба, написанный рассказ, ему советовали даже не приезжать сюда, потому что это настолько было все типично, настолько все взято из жизни, все это было настолько живо. И вот-вот. Поэтому, конечно же, и когда и сегодня читаешь произведение Антона Павловича Чехова, конечно, многое узнаешь. Даже уже осмыслив, даже через, так сказать, и века уже, будем так, конечно же, многое узнаешь. И иногда говоришь: нет Антона Павловича Чехова, как бы он это здорово все бы нам преподнес, и как бы это точно было сказано. По свидетельству таганрогского историка Филевского, в 70-е годы 19 века член дирекции купец Мавро на свои средства произвел отделку интерьера театра по образцу знаменитого миланского театра оперы «Ла Скала». К 1874 году город приобрел здание театра путем выкупа акций. С 1866 по 1886 годы в театре существовала итальянская оперная труппа и русская драматическая. На сцене театра шли оперы Россини, Верди, Глинки, Чайковского, Доргомышского. Сохранились отчетные сведения об итальянской опере в Таганроге, относящиеся к 1870 году. Состав был следующий: солистов и солисток 15 человек, хор 30 человек, оркестр 32 человека. Состав оперы, докладывают градоначальнику, превышает состав прежних годов. Теноре Амбризинеро с честью мог бы занять место в столичных театрах. Фабио Сантини отличается свежестью и верностью в исполнении трагических ролей. Остальной состав почти равен, каждый в своем роде очень удовлетворителен. С начала сезона 1870 года, как сообщали местные газеты, было поставлено более 15 опер. Успехом у таганрогской публики пользовались «Бал Маскарад», «Эрнани», «Сафо», «Фауст» и «Фаворитка». Вот сейчас у нас в репертуаре более 22 наименований спектаклей. Конечно, это нужно, сами понимаете, это огромный труд актеров, потому что труппа у нас для провинциального театра – это нормальное количество. Вот 27 человек у нас в труппе. Но все равно это огромный труд, это огромные куски текста и спектакля, это разного жанра спектакли. Поэтому, конечно, актеры трудятся очень напряженно, но трудятся они с желанием, чтобы спектакль получился, чтобы это не было, как в театре принято называть, творческой неудачей. И мы, так сказать, чтобы не залазить, за последние 10 лет не имеем таких творческих неудач. И практически все спектакли, они не только, так сказать, долго жители, но они еще, конечно, нам и отрабатывают все те свои затраты, которые мы на них тратим для того, чтобы их поставить, оформить, одеть актеров, декорации и так далее.
кафе-тратория, которое было расположено прямо напротив театра, в антрактах собиралась публика и обсуждала театральные дела. Об этом мы находим свидетельство в журнале «Нива» в одном из выпусков, где был напечатан очерк «Город Таганрог». На улицах даже водовозы и извозчики, не говоря уже о горничных и кухарках, распевали популярные арии из Лукреции Борджия, бала Маскарада и других опер, бывших тогда в моде. Все классы и национальности общества сходились на этом меломанском увлечении и носили на руках певиц Зангери и Белатти. Образовались даже две партии – зангеристов и белатистов, партии галерки и портера, носившие галстуки любимых этими певицами цветов. Это разделение театралов стало таганрогской традицией, которой был подвержен позднее и юный Антон Чехов. А сам он позже, в 1897 году, написал так: «Я рад за Таганрог. В самом деле, это не дурной город. Там любят театр и понимают». В 1873 году театр передается городу. Жизнь театра входит в новую полосу. Местные меценаты отходят от него, на первое место выходит коммерческий интерес. И уже первый антрепренер принимает решение отказаться от оперы. Театральная комиссия соглашается с этим и делает заключение. Итальянская опера является роскошью, доступной только кружку богатой публики. Драматическая труппа ставила пьесы русских и зарубежных классиков Островского, Гоголя, Грибоедова, Шекспира и других. Классика остается классикой. И традиция русского театра – это душевность, это то, что проходит прежде через сердце, через душу. То, чего, к сожалению, сегодня нет в зарубежных театрах. Там в основном работают на технике. Главная внешность, красивая фактура и умение произнести хорошо текст. Наш театр отличается, вообще российский театр, именно отличается тем, что это все душа. Это все через душу, это все через ощущение. Это не просто техническое воспроизведение текста или воспроизведение каких-то ситуаций, мизансцен. Именно и тогда, когда это есть у актера, когда он это может донести до зрителя, вот тогда он вызывает у него ответную реакцию, вызывает мысли, вызывает чувства радости, печали, вызывает на размышления. Частым посетителем театра был будущий писатель Антон Павлович Чехов. Именно в Таганрогском театре были поставлены все его пьесы еще при жизни автора. А сидел обычно юный Антон Чехов вот здесь, на галерке под самым потолком театра. Денег на место в портер у него тогда, понятно, не было, но это не мешало ему наслаждаться перипетиями действия, игрой актеров, и позднее он так вспоминал об этих годах. «Театр мне давал когда-то много хорошего. Прежде для меня не было большего наслаждения, как сидеть в театре». Не случайно герои многих первых рассказов Чехова – актеры и актрисы. В 1901 году в здании театра состоялся первый киносеанс в Таганроге. В 1935 году, во время празднования 75-летия Антона Павловича Чехова, на сцене театра выступали известные артисты МХАТа – Книпер, Тарасова, Вишневская, Москвин и другие. В 1944 году Таганрогскому театру было присвоено имя Антона Павловича Чехова. 16 ноября того же года в Таганрог прибыла на постоянную работу драматическая труппа, состоявшая из выпускников Государственного института театрального искусства имени Луначарского. Шествовал над театром Таганрога взял МХАТ имени Горького. 10 января 1945 года состоялась премьера спектакля «Три сестры» по пьесе Антона Павловича Чехова, открывшая новую эпоху театра. Эти знаменитые наши «Три сестры», которые были поставлены, и в них участвовали такие актеры, как и Антонюк, и Глазырин, и Подовалова, и целый ряд других наших знаменитых, и нашего Воробьева, и Тузова в дальнейшем. Конечно же, именно это и, так сказать, дало направление, и послевоенного периода дало направление в пьесах нашего театра. На протяжении 40-х-50-х годов театр переживал один из лучших своих периодов. Итогом этого стало выступление труппы Таганрогского театра в 1960 году в Москве на сцене Кремлевского дворца съездов. На протяжении всей своей 170-летней истории театр имени Чехова был и остается истинно русским драматическим театром. И сегодня на этой сцене идут пьесы Антона Павловича «Три сестры», «Вишневый сад», «Чайка», «Леший», постановки по мотивам чеховских рассказов. Практически на нашей сцене прошли все чеховские спектакли. Вот за исключением пьесы Чехова, это «Леший». Ну, все знают и все ссылаются на то, что эта пьеса была нелюбима Антона Павловича Чехова. И действительно, она практически очень многие годы, вот буквально где-то год-два назад, снова появилась в репертуаре театра. Вот, в частности, мы вернулись к этой пьесе, потому что ее никогда не было на сцене театра. Мы вернулись к этой пьесе, поставили ее здесь и очень рады, что мы все-таки ее осуществили.
эту постановку. И вот в Москве еще один театр поставил эту пьесу. Хотя все знают, что именно пьеса Леши – это родоначальница, пьеса незавершенная, будем говорить, не совсем выписанная Антоном Павловичем Чеховым, которая дальше дала жизнь таким пьесам, как и «Иваново», и «Вишневый сад», и «Дядя Ваня» и так далее. Но важно для нас еще то, что вот впервые именно в этой пьесе прозвучали слова Антона Павловича Чехова, которые стали крылатыми, которые очень многие любят цитировать, и которые действительно сегодня настолько созвучны и нашей жизни. Это я имею в виду то, что вот в этой пьесе, в Леше, пьеса Леши, именно Леша произносит слова, что в человеке должно быть все прекрасное, лицо и одежда, и душа, и мысли. Смотрите в следующем выпуске. Библиотека, музей и аптека в одном здании. Амперизированный модерн Шехтеля. Первый долгострой 20 века в Таганроге. Программа «Наблюдатель. История Таганрога в лицах, событиях, датах» на 26-м канале. Спонсор программы – фирма «Сидол». Здравствуйте! Сегодня мы снова встречаемся в цикле программ «Наблюдатель», посвященном жизни и творчеству Антона Павловича Чехова. В нашей программе мы рассказываем о зданиях, достопримечательностях и памятных местах Таганрога, связанных с именем нашего великого земляка. И сегодня разговор пойдет о городской библиотеке. Первая общественная библиотека была открыта в Таганроге 23 мая 1876 года. И почти с самого начала ее история связана с именем Чехова, который был читателем библиотеки с первых дней ее работы. Антон-гимназист часами просиживал за чтением книг, читал юмористические журналы, на страницах которых позднее появились и его псевдонимы. Не случайно его обращение было к городской библиотеке, потому что гимназическая библиотека имела ограничения в формировании своих фондов. Были запрещенные издания, были издания, которые было запрещено гимназистам читать. Поэтому несомненен интерес гимназистов к Таганрогской библиотеке, общественной библиотеке. Именно здесь они знакомились с теми произведениями, которые были популярны среди передовой общественности того времени. Это и Гончаров, это и Писарев, Белинский. Вот те произведения, которые именно в библиотеке можно было познакомиться, не имея возможности доступа в гимназической библиотеке. В 90-е годы 19 века и вплоть до своей смерти в 1904 году писатель присылает много посылок с книгами на иностранных языках, что послужило основанием для организации в библиотеке отдела иностранной литературы. Выслав свои книги, первый раз передав, с этого времени в библиотеку идут посылки, передаются оказии книги, и потом начинается действительно очень постоянное общение с библиотекой, с городом Антона Павловича Чехова, где идет речь не только о передаче книг в библиотеку. Здесь он заботится и о том, чтобы формировался фонд так, как это положено, чтобы был справочный аппарат, чтобы в библиотеку поступили портреты известных писателей. Он рекомендует приобретать какие-то издания, которые он считает должны быть обязательно в библиотеке. И напротив, говорит о том, что вот это издание не следует приобретать. Оно дорогостоящее, но не стоит того внимания, которое публике необходимо. Кроме того, именно его усилиями и заботами в библиотеке был создан справочный отдел.
Он первые издания для создания справочного отдела присылал в библиотеку и как раз мечтал о том, чтобы читающая публика имела доступ к справочникам, словарям, и чтобы они могли пользоваться этим справочным отделом. А здание, в котором находится библиотека сегодня, построено по проекту московского архитектора-академика Федора Осиповича Шехтеля, друга Чехова и по его просьбе. Еще в 1896 году Чехов писал Иорданову: «В августе я, должно быть, поеду на Кавказ и тогда попутно заеду в Таганрог дня на два. Ваша мысль об устройстве здания для библиотеки чрезвычайно симпатична, и я могу заранее пообещать вам свое участие в ее осуществлении. Участие по мере сил, но самое горячее». В одном из писем Чехову Иорданов действительно говорит о своих мечтаниях насчет устройства для библиотеки особого здания, где могли бы поместиться и парадная читальня, и зала для парадных чтений. О том, что немножко стыдно за ту хижину, в которой теперь помещается библиотека. Однако долгое время мечтания оставались всего лишь словами, и только в 1906 году дело, казалось, сдвинулось с мертвой точки. На заседании городской подготовительной финансовой комиссии было принято постановление о сооружении здания библиотеки для увековечения памяти скончавшегося писателя Антона Павловича Чехова. Через год снова постановили. Принимая во внимание невозможное состояние существующего здания городской библиотеки, угрожающего целостности весьма ценного городского имущества, а также возможное увеличение арендной платы за помещение, занимаемое ныне городской аптекой, комиссия находит нужным рекомендовать городской думе соорудить здание на месте, занимаемом ныне городской библиотекой, с тем, чтобы в ней помещалась библиотека имени Чехова и городская аптека. В здании, которое мыслилось вначале как памятник писателю, теперь намеревались объединить и музей, и аптеку, и саму библиотеку. 15 декабря 1907 года городской архитектор Гершкович представил проект и смету на его постройку. Через три дня на очередном заседании члены городской думы одобрили проект и смету со всеми изменениями, сделанными комиссией. И вспомнив, что здание задумано как памятник писателю, предложили на фронтоне фасада этого здания сделать надпись «Чехову». Середину портика у задней стены предназначить для постановки бюста Чехова по представленному эскизу. После одобрения проекта прошло два года. Со строительством по-прежнему не спешили. Помог юбилей. Вся Россия готовилась праздновать 50-летие со дня рождения Чехова. Медлительность Таганрогской думы становилась неприличной. Отчасти поэтому спешно была создана особая комиссия по разработке проекта сооружения городской библиотеки и музея имени Чехова, который и поручили выработать совместно с городской управой здание к новому проекту. Вполне резонно комиссия предполагала, что господин Шехтель отнесется с особенным вниманием и любовью к проектированию здания, имеющего служить памятником его другу. Как показало дальнейшее, расчет был верен. Возникшая по поводу строительства переписка содержит ряд сведений о задачах, поставленных перед зодчим. Задачи эти были достаточно сложны. Перед ним стояли ограничения как архитектурные, так и экономические. Во-первых, очень мала была площадь, отведенная под застройку. Во-вторых, стоимость строительства не должна была превышать весьма небольшой суммы в 25 тысяч рублей. Тем не менее, Шехтель согласился и в ответном послании городскому главе Хандри написал: «Я очень польщен предложением вашим сделать проект здания городской библиотеки имени Чехова, и могу вас уверить, что мой личный труд я совсем не буду считать и попрошу возместить лишь мои расходы на помощников. Я сделаю детальный проект и все остальные детали в большом масштабе. Постройку же на месте придется вести вашему архитектору. Я буду ожидать условия задания, планы местности и рельеф. Если есть фотография этой площади или улицы, желательно бы также ее иметь». После получения условий задания, плана дворового места и двух фотографий, Шехтель приступил к работе и уже 27 июня телеграфировал: «Проект библиотеки вышлю в текущем месяце». 24 августа 1910 года слегка подправленный проект был представлен на утверждение, а 14 сентября состоялась закладка здания. Несколько опережая события, городской голова уже через три дня просит ускорить высылку детальных чертежей к проекту, сообщая: «В настоящее время мы подходим с кладкой стены к первому этажу». В общем, строительство осуществлялось довольно успешно, и в 1911 году уже окончилась отделка фасада. Несколько больше времени ушло на отделку помещений, которая продолжалась до конца 1913 года. Датировать же окончание строительства можно, по-видимому, 17 января 1914 года, то есть днем, когда состоялось торжественное освящение библиотеки и городского музея имени Чехова. Это было место встречи людей с передовыми взглядами. Здесь они общались. Иногда даже вот встречаются в статьях заметки о том, что иногда очень расшумевшаяся публика, посещавшая библиотеки, встречала замечания библиотекаря, чтобы они не шумели. То есть это было еще очень таким местом общения не просто культурного,
Ну и вот обмена мнениями о книгах, о событиях, которые происходили. Сооружение библиотеки совпало с таким периодом в русской архитектуре, когда отчетливо проявился поворот к ретроспективизму. Не случайно для большинства построек 10-х годов характерен строгий рационализм, представляющий сплав четкой конструктивной формы с довольно широким применением форм классицистической архитектуры. В эти годы архитекторы практики наводнили русские города образцами ампиризированного модерна. Суть здесь была не в постановке задач возрождения русского классицизма, не в поисках нового стиля, а в изменении декораций, в стремлении к возврату к более традиционным формам. Все это не меняло существа дела, и композиционные принципы модерна продолжали сохраняться в разнообразных по характеру и назначению зданиях. Ретроспективизм как бы явился одной из тенденций модерна, развившейся в неоклассицизм. Определенную дань этой тенденции отдал Шехтель. Его собственный дом в Москве и здание библиотеки имени Чехова вполне можно причислить к постройкам в стиле ампиризированного модерна, или модерна в его неоклассическом варианте. Оставив без изменения основные композиционные принципы, новые веяния коснулись лишь декорации. Внешняя архитектура здания проста и рационалистична. Здесь преобладает геометризм простейших форм, параллелепипедов и цилиндров. Декор очень скуп, и во всем облике здания видится новое понимание красоты, красоты строгости и целесообразности. Конечно, она замышлялась как народная библиотека, которые могут иметь доступ все слои населения, поэтому доступ к ней был открыт всем. Но основная масса, конечно, это читающая публика, это те, кто имел определенный уровень знания. В 20-е годы библиотека стала центром, куда стекались книги из брошенных усадеб и особняков. Трудное время пережила библиотека в 30-е. Благодаря участию заместителя наркома просвещения Надежды Крупской в библиотеку поступают посылки с книгами, денежные средства от известных писателей, общественных и политических деятелей, граждан со всей страны и из-за рубежа. В годы Великой Отечественной войны, в период немецкой оккупации, библиотекари самоотверженно сохраняли и спасали фонд. В центральную библиотеку свозили книги из всех библиотек города, и эти книги после войны стали основой для восстановления и открытия библиотек не только в нашем городе, но и в области. За последние годы мы значительно улучшаем ту ситуацию, которая была очень негативно складывалась в 90-е годы, когда очень большие пробелы в формировании фондов были. Восстановили мы фонд патентных наших изданий, восстанавливаем классический фонд литературы, приводим в порядок сейчас наш отдел с фондом дореволюционных ценных изданий, участвуем в проекте сохранения книжных памятников России именно на основе этого фонда. Мы включены в эту программу и на сегодняшний день уже работаем в программе «Книжные памятники России». Ну и, наверное, второе я бы отметила очень серьезное направление – это внедрение автоматизации в библиотеках и освоение новых информационных технологий. Мы одними из первых начали их осваивать в начале 90-х годов, практически собственными усилиями и собственными средствами за счет предоставления платных услуг населению. На сегодняшний день это, конечно, уже довольно высокий уровень информатизации наших библиотечных процессов и оснащенности технической, хотя, наверное, и недостаточно. Сегодня Центральная городская публичная библиотека имени Чехова – одна из старейших библиотек Юга России с уникальным фондом около 1,5 миллиона экземпляров, ежегодно обслуживает более 22 тысяч читателей. Смотрите в следующей программе. Чем еще Таганрог обязан Чехову? Памятники рукотворные и не только. До чего не дожил Антон Павлович? Программа «Наблюдатель. История Таганрога в лицах, событиях, датах» на 26-м канале. Спонсор программы – фирма «Сидол».
Здравствуйте! Вот и завершается наш цикл программ, посвященных жизни и творчеству одного из величайших русских писателей Антона Павловича Чехова. В предыдущих 5 программах мы рассказывали о памятных местах Таганрога, сыгравших в жизни Чехова важную, может быть, определяющую роль. И сегодня попробуем подвести некоторые итоги и сделать выводы. Но сначала нельзя не упомянуть о нескольких зданиях и памятниках нашего города, к появлению которых Антон Павлович имел самое непосредственное отношение. Прежде всего, это визитная карточка Таганрога, памятник его основателю Петру I. Чехов принял самое активное участие в установке этого памятника, привлек к сбору средств состоятельных горожан, договорился в Париже с известным скульптором Антокольским о создании и отливке скульптуры, выбрал место для памятника. Чехов писал Иорданову городскому голове, это памятник, лучше которого не дал бы Таганрогу даже всесветный конкурс, и о лучшем даже мечтать нельзя. Около моря это будет и живописно, и величественно, и торжественно, не говоря уже о том, что статуя изображает настоящего царя. 14 мая 1903 года памятник основателю Таганрога Петру I был торжественно открыт в присутствии многих гостей города и горожан. Изображенная во весь рост фигура Петра I, одетого в мундир офицера Преображенского полка, была установлена на гранитном постаменте. Взор Петра I обращен к гавани, постройке которой он уделял много сил и внимания. Памятник обошелся городу в 400 тысяч рублей. Общая высота памятника около 9 метров. Высота самой скульптуры почти 3,5 метра, вес пьедестала 800 пудов. Филевский в своей книге «Веночек на памятник Петру Великому» писал: «Главная заслуга во всем этом принадлежит Иорданову, который, можно сказать, один вынес на своих плечах трудное дело, почти без денег создал памятник, и не убогий, а один из лучших в России. Громадную услугу в этом оказал Таганрогу верный гражданин города Чехов, через которого Иорданов общался со скульптором Антокольским». Чехову же принадлежит и мысль о создании в родном городе музея, в собрании которого были бы произведения искусства. В 1898 году, в год 200-летия Таганрога, такой музей был создан. В 1968 году художественная коллекция Краеведческого музея выделилась в самостоятельный музей, который назывался Таганрогская картинная галерея, а в 2003 году был переименован Таганрогский художественный музей. Сегодня в его фондах около 6 тысяч экспонатов живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Наиболее ценной частью этого собрания являются картины русских художников 18-20 веков. Собрание музея формировалось при непосредственном участии известного русского художника Ильи Ефимовича Репина. И именно его Антон Павлович Чехов просил о том, чтобы произведения известных русских художников попали в собрание художественного отдела Краеведческого музея. Значительными были пополнения в 20-е годы, в послевоенный период. Например, в 1953 году племянник Антона Павловича Чехова, Сергей Михайлович Чехов, передал музею более 50 произведений московских художников. Ну и, конечно же, вот расцвет собирательской работы приходится на 60-е, 90-е годы, когда собрание нашего музея пополнилось произведениями таких художников, как Поленов, Коровин, Маковский, Куинджи и многих других художников, которые, в общем-то, известны не только у нас в городе, но и во всем мире. Неповторимость и особое очарование собранию любого регионального музея придают работы местных мастеров. Первыми профессиональными художниками, работавшими в Таганроге, стали современники Чехова, воспитанники Академии художеств – Синодий Попов, Блонская, Леонтовский, Кубицкий. Эти художники, в творчестве которых отразились различные художественные тенденции времени, создали интересную портретную галерею жителей старого Таганрога. Будучи с выставкой в залах Третьяковской галереи, многие задавали вопрос, почему среди вот этих произведений, произведений Поленова, Маковского, Айвазовского, Куинджи, нет работ ваших местных художников, нет работ знаменитой Серафимы Блонской. Вот, вы знаете, действительно потрясающая работа и, конечно, высочайший уровень и работа, которая действительно составляет одну из интереснейших, вот таких интереснейших моментов в собрании нашего
музея. Кроме того, нельзя не сказать о нашем таганрогском художнике Синоде Попове, о нашем таганрогском художнике Леонтовском, о Кубицком. И я думаю, что работы местных художников действительно очень так полно дополняют собрание нашего музея, собрание вот этого периода, и они в полной мере будут представлены в нашем музее. Чехов прожил 44 года. Между временем, когда 19-летний выпускник провинциальной гимназии отправился в столицу, чтобы выучиться на доктора, и временем, когда он уже всемирно известный писатель в последний раз покинул Москву, чтобы вернуться на родину в вагоне для перевозки устриц, прошла четверть века. По историческим меркам это краткий миг. В наше время 40-летние все еще числятся в начинающих и подающих надежды. Чехов же оставил после себя огромное литературное наследие и, может быть, не менее важный, уникальный опыт существования личности, который для каждого из нас может служить не то чтобы образцом для подражания, а своеобразной надеждой, светом в конце тоннеля. Внук крепостных, он родился за год до отмены в России крепостного права, а умер, когда шла уже русско-японская война. Прелюдия мировых войн и катастрофических перемен, на которые оказался так щедр 20 век. Этот краткий для истории промежуток составил личное время чеховской жизни. И в нем уместилось все, что сделало Чехова Чеховым. Между провинциальным Таганрогом, где он родился и прожил 19 лет, и чопорным Баденвайлером, где умер, лежат Москва, Подмосковье, Слободская Украина, Петербург, Ялта, куда он уже серьезным больным вынужден был переселиться на постоянное жительство. Снимаемые в Таганроге, а потом и в Москве квартиры, с трудом приобретенные и почти тут же потерянный отцовский дом, купленное самим Чеховым годами спустя подмосковное имение в Мелехове, дом в Ялте, гостиничные номера в разных городах, сколько их было этих точек судьбы, откуда Чехов смотрел на жизнь, вглядываясь в самого себя. А вместе с ним смотрела, как свое отражение, и вся Россия, а потом и весь мир. Антон Павлович мечтал жить в Таганроге и в письмах писал: «Для меня, как уроженца Таганрога, было бы лучше всего жить здесь, ибо дым Отечества нам сладок и приятен. Воздух Родины – самый здоровый воздух». К этой мысли возвратиться в родные края Чехов обращался не раз, полагая, что, возвратившись в страну детства и юности, он может возвратить себе и здоровье. В некоторых письмах указывается конкретно, где бы он хотел поселиться в старости. «Когда выстроится Таганрог, тогда я продам ялтинский дом и куплю себе логовище где-нибудь на Большой или Греческой улице». И там же, в Ялте, в минуты наиболее острого ощущения своего одиночества и неизлечимой болезни, Чехов выплескивает свои чувства и воспоминания на странице одного из глубоко философских своих произведений, рассказа «Архиерей». «Милое, дорогое, незабвенное детство, отчего оно, это навеки ушедшее безвозвратно время, кажется светлее, праздничнее, богаче, чем было на самом деле?» Чехов, которого стали изображать в пенсне и тяжело больным, долго был молод, весел, красив и обаятелен. Он писал юмористические рассказы, над которыми их читатели захлебывались от смеха. Потом серьезную прозу, над которой те же читатели нешуточно задумывались над тем, зачем живет человек. Едва ли не вдруг оказалось, что он смертельно болен, и жизнь, едва начавшись, уже стремительно подходит к концу. В 1960 году, к столетию со дня рождения Чехова, в Таганроге установили памятник писателю, работы известного советского скульптора Юлиана Рукавишникова, создателя монументальной ленинианы. Практически перед каждым советским посольством в свое время стояло изваяние вождя мирового пролетариата работы Рукавишникова. В Париже таких скульптур было аж две штуки. Более судеб, именно этому академику и народному художнику СССР пришлось создать памятник, ставший одной из главных достопримечательностей нашего города. Говорить о художественных достоинствах или недостатках этой скульптуры предоставим искусствоведам. В любом случае, именно таким представляют себе Антона Павловича уже несколько поколений жителей Таганрога, где, как он мечтал когда-то, будут громадные великолепные дома, чудесные фонтаны и необыкновенные люди. Чехов никогда не ощущал себя мессией, знающим истину, а был в этом мире просто честным тружеником, каким и надлежит быть порядочному человеку. А быть порядочным, равно свободным от спеси и от самоуничижения, это, наверное, и есть главное и, может быть, самое сложное предназначение каждого из нас, живущих на земле. Чехов был скроен из тех же достоинств и слабостей, что и мы с вами. Он, как и мы, страдал, радовался, делал ошибки, искал выходы, и все-таки он был чуть другой. Умнее, честнее, свободнее, совестливее любого из нас. Он был Чехов. We'll be right back.
Спонсор программы – фирма «Сидол».